запитання. Пока никаких выводов, работа продолжается. Комиссия ООН, расследующая возможные военные преступления на территории Украины, завершила первый этап – 10-дневный визит в страну. На данном этапе мы не в состоянии делать какие-либо фактические выводы или высказываться по вопросам правовой трактовки событий. В то же время в комиссии подчеркивают, что свидетельств собрано очень много. Это и показания очевидцев, и документы, и фото-видеоматериалы, позволяющие вести расследование военных преступлений и преступлений против человечности. Есть доказательства, которые могут в итоге привести к выводу о том, что эти правила нарушены. Пожалуйста, поймите, это не какие-то колебания или что-то в этом роде. Это просто наша обязанность действовать последовательно и собирать как можно больше информации за определенное время. Комиссия в первый визит сосредоточилась на расследовании уничтожения гражданской инфраструктуры и убийств мирных жителей, в частности, посетив Бучу. Следственную комиссию организовали в марте в рамках резолюции Совета ООН по правам человека, осудившей российское вторжение. Экспертам предстоит еще несколько поездок. Предварительный отчет Совета ООН по правам человека должен быть отправлен в сентябре, а окончательный рассчитывают получить в марте следующего года.